Здравствуйте, это дизайн-студия настольных игр «Простые правила», я Владимир Максимов. Сегодня расскажу вам об игре «Кошки-мышки». Это семейная игра для игры взрослыми с детьми. Дети могут играть отдельно. Это карточная игра о погоне кошки за мышкой, в которой используют такие понятия, как направление движения. В игре вы встретите вот такие карточки. Это стартовые карточки для игроков. Карта финиша символизирует окончание раунда. И разнообразные карточки с направлениями движений, на которые изображена кошка, стрелка, куда она бежит, а также лампочка с цифрой. Так вот, цифра означает количество победных очков, которые игрок получит, если эта карточка лежит в его маршруте. Разные направления. Есть также карточки с двумя направлениями. В игре можно выбрать любой из них, но только одно. Теперь вы знаете, из чего состоит игра. Давайте посмотрим, как игра проходит. Перед началом игры каждый игрок получает синюю карту и кладет ее перед собой. Где-то рядом с собой. Остальные карты мы перемешиваем. И кучи рассыпаем в каком-то месте, куда всем игрокам будет удобно дотянуться. Кучи, потому что все игроки действуют одновременно, и мы будем брать оттуда карты. По команде младшего раунд начинается, и все игроки действуют одновременно, забирая карты из кучи и прикладывая их к своей стартовой карте. Каждую следующую вытянутую карту игрок должен приложить к последней выложенной карте. Например, вот так. Он обязан класть карту в том месте, куда указывает стрелка. И если игрок открывает красную карту, он обязан остановить раунд, крикнув «Стоп, игра!». В этот момент игроки переходят к стадии проверки маршрутов и подсчета победных очков. Игроки проверяют, правильно ли выложены все карты движения в маршруте. Мы просто идем по стрелочкам и смотрим, есть ли карты, которые лежат не по правилам. В данном случае маршрут выстроен правильно, и игрок все эти карты получает в свою победную кучу. Однако случаются и ошибки. Если, например, мы положим здесь такую карту, то мы видим, что вот эти две карты лежат уже не по правилам. Они должны находиться здесь. В ходе проверки мы эти карты удаляем, возвращаем в общую кучу, и игрок получит победные очки только за те карты, которые остались. После окончания раунда и проверки маршрута игроки собирают карточки своего маршрута, включая красную карту, и откладывают в свою личную стопку победных очков. Каждый игрок таким образом остается лишь с одной стартовой карточкой. Итак, завершился первый раунд игры. А все в игре 4 раунда, каждый из которых проходит похожим образом. В конце игры игроки подсчитывают победные очки на картах своей победной кучи и выявляют победителя. Ну вот, теперь вы знаете, как кошкой ловить мышку и можете с удовольствием поиграть с детьми. Желаю вам хороших игр и до новых встреч!